Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую нежную, очаровательную закладку крючком. Посмотрите, какая она красивая. Вязать ее очень просто, интересно. Такое занятие приятно для души. Это хорошее времяпрепровождение, хороший отдых. Схема состоит из 4 рядов. Длина такой закладки у меня получилась. Давайте вместе померим. Вот без шнурочка, без кисточки. 24 сантиметра. В ширину 4,5. Красивая закладка. Я думаю, это будет хороший подарок родным, близким. Можно и себе навязать несколько штук разным цветом. Можно также делать ее и разноцветной. Например, серединку сделать одним цветом, а кайму другим. На кончике я сделала шнурочек с кисточкой. Также в конце видео вместе с вами скрутим такой шнурочек. Покажу, как я это делаю. Знаю, что у многих возникает вопрос, как сделать шнурочек, чтобы он не раскручивался. Вот если досмотрите видео до конца, то увидите, как я это делаю. Если вам нравится такая закладка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Пишите в комментариях, нравится ли вам вязать такие закладки. Это уже не первая закладочка на моем канале. Можете найти, полистать видео и найти другие закладки, другие мастер-классы. Также красивые и интересные. Ну, давайте приступим к работе. Вязать сегодня я буду из ниток Анна 16. Это 100% мерсеризованный хлопок в 100 граммах 530 метров. Крючок буду использовать 1,5 мм. Итак, делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 78 воздушных петель. Если вам нужно сделать подлиннее или покороче закладку, набираем количество петель кратное 6. Я наберу 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте наберем цепочку самостоятельно и встретимся. Вот цепочка готова из воздушных петель. Длина ее у меня получилась. Сразу ее немножко растягиваю. 23 сантиметра. Если нужно покороче, набираем не 78, а 72 воздушные петли, 66. Это зависит от выбранной нити, от плотности вязания, от крючка. Или побольше, тогда не 78, а 84 петли. Ну, смотрите сами, чтобы кратно было 6. Далее отсчитываем 12-ю петлю от крючка. Петлю на крючке мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в 12-ю петлю делаем соединительный столбик. Вот такая петля у нас на кончике будет. Далее набираем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отсчитываем 6-ю петлю. В эту петлю мы делали соединение. И далее 1, 2, 3, 4, 5. И в 6-ю петлю соединяем. Снова 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В эту петлю мы делали соединение. И далее 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю соединяем. Такие колечки у нас получаются. Все, продолжаем вязать.
до начала цепочки и встречаемся. Делаем петли из 6 воздушных петель. Итак, подошли к концу ряда, провязали последние 6 воздушных и соединяем в начальную воздушную петлю с соединительным столбиком. Первый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. У меня вышло 12 арок из 6 воздушных, считая первое колечко, как будто бы это тоже арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, вяжем второй ряд. Хвостик сейчас мы сразу обвяжем. Одна воздушная петля, разворачиваем. И сейчас будем обвязывать вот начальную цепочку. Колечко провязываем. 4 столбика без накида. Две воздушные петли. И еще 4 столбика без накида сюда же, в это колечко. Провязали. Далее нам нужно сделать сплит из 2 столбиков без накида. Итак, вставляем крючок в это же колечко, вытянули ниточку, 2 петли на крючке, вставляем крючок. Так, хвостик этот можно уже убрать, он никуда не денется. Вставляем крючок в следующее колечко, вытянули ниточку, 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Вот такой маленький сплит из 2 столбиков без накида. И теперь во второе колечко провязываем также 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные петли, 1, 2 и еще 4 столбика сюда же, в это колечко. И снова идет сплит. Первая ножка в это же колечко. Вставляем крючок в следующее. Вытянули. Вторая ножка. 3 петли. Закрываем. И теперь в новое, в третье колечко провязываем также 4 столбика. 2 воздушные петли. 4 столбика. Все, продолжаем вязать. Давайте дойдем до последнего колечка вот этого, до кончика. Встретимся. Итак, подошли к последнему колечку. Делаем также сплит. И теперь оформляем кончик. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 в последнее колечко, 2 воздушные петли, 1, 2, сюда же, в это колечко, провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные петли, арочка, так, сдвигаем. Сюда же, в это кольцо, провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные арка и еще 4 столбика без накида сюда же, в это кольцо. 1, 2, 3, 4. Далее идет маленький сплит. Первая ножка сюда же и вторая ножка в соседнее колечко. 3 петли закрываем. Вот эта угловая арочка у нас будет на кончике. Все.
Все, и по такому же принципу, как мы вязали первую сторону, обвязываем и вторую сторону закладочки. В каждую арку провязываем по 8 столбиков посередине арка из двух воздушных и между колечками маленькие сплиты. Все, вяжем и встречаемся вот здесь. Итак, подходим к последнему колечку. Также делаем сплит. Четыре столбика без накида в последнее колечко. Две воздушные арочка. И теперь 5 столбиков без накида сюда же в это колечко. 1, 2, 3, 4, 5. И вместо арки из двух воздушных петель провяжем полустолбик с накидом в воздушную петлю подъема, которая нам заменяла начальный столбик без накида. Итак, сделали накид. Вставляем крючок под воздушную петлю. Вытянули ниточку, 3 петли на крючке и закрываем за один прием. Таким образом формируем арку из двух воздушных петель. Второй ряд у нас готов. Ну что у нас получается? Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И теперь в следующую арку из двух воздушных провязываем столбик с накидом первый. Накид. Сюда же в эту арочку второй столбик с накидом. 2 воздушные петли, арка, 1, 2, и еще в эту же арочку 2 столбика с накидом. Итого 4 столбика с накидом посередине арка из 2 воздушных петель. Вот такая ракушечка. Накид. Переходим к следующей арке из 2 воздушных, и в нее провязываем такую же ракушку. 2 столбика с накидом. Две воздушные петли, арка. И еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту арочку. Вот такая ракушечка еще готова. Накид. В следующую арку из 2 воздушных также провязываем 4 столбика с накидом посередине арка и из 2 воздушных такая же ракушка. Давайте провяжем в каждую арку такую комбинацию столбиков, дойдем до последнего колечка, встретимся и вместе оформим разворот. Итак, подошли к последнему колечку. В боковую арку я сделала ракушечка. Теперь у нас на пути вот угловая крайняя арочка. В нее провязываем такую же ракушку, но она будет состоять у нас не из двух пар, а из трех. Итак, верхнюю арку делаем мысик, провязываем первый столбик с накидом. Сюда же второй. 2 воздушные петли. Еще 2 столбика с накидом в эту же арочку, в среднюю. 2 воздушные петли и еще 2 столбика, 5 и 6, сюда же в эту арку. Здесь у нас ракушка из 3 пар и 2 арки на ней. Накид. Переходим к следующей арке и в нее вяжем обычную ракушку из 2 пар, из 4 столбиков. Первый столбик, второй столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту арку.
Все, продолжаем вязать по второй стороне. Подойдем к концу ряда, встретимся и вместе довяжем его. Итак, подходим ко второму краю, провязали боковую ракушечку в арку. Переходим к верхней арочке, которую мы формировали полустолбиком с накидом. И в эту арку провязываем также ракушку из трех пар. Итак, делаем первую пару столбиков с накидом в арку. 2 воздушные петли арочка. Вторую пару столбиков. Это 3-4 столбик с накидом. 2 воздушные. И сюда же в эту арку провязываем 5 столбик с накидом. А 6 столбик у нас заменяли вот эти 3 воздушные петли подъема. И в 3-ю петлю соединяем. 3-й ряд у нас готов. Вяжем последний 4-й ряд. Давайте сделаем вот в промежуток между двух ракушек вот соединительный столбик. 3 воздушные петли, арка 1, 2, 3. И в следующую арку на ракушке вот из двух воздушных провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И сюда же в эту арку провязываем еще один столбик без накида. Вот такое пико. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь в промежуток между двух ракушек вот сюда вставляем крючок и делаем соединительный столбик. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку на ракушке провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида сюда же в эту арку. Вот такие петелечки у нас. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь в промежуток между двух ракушек соединяем. И снова 3 воздушные. В следующую арку такой же пико, столбик без накида, 3 воздушные петли. Столбик без накида. Так, продолжаем вязать по первой стороне. Подходим к вот этому вееру из трех пар. И здесь встретимся вместе, провяжем мысик. Итак, подходим к верхнему уголочку. Провязали арку из трех воздушных. Соединяем в промежуток между ракушечек. 3 воздушные, 1, 2, 3. Теперь у нас тройная ракушка. В первую арку делаем соединительный столбик. 3 воздушные, 1, 2, 3. Накид. И теперь в промежуток между двух столбиков вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. Вершину последнего столбика с накидом соединяем, делаем пико. Накид. И сюда же в промежуток провязываем второй столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку между второй и третьей парой на этой же ракушке делаем соединительную петлю. 3 воздушные, 1, 2, 3. В промежуток между двух ракушек соединяем. 3 воздушные. И теперь в арку на ракушке делаем также столбик без накида, 3 воздушные петли и еще один столбик без накида сюда же в эту арку. Все, вяжем симметрично первой стороне. Подойдем к концу ряда, встретимся и вместе закончим наше вязание. Итак, обвязали вторую сторону. Подходим
к нижнему уголочку. И здесь мы делаем также 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В следующую арку на тройной ракушке соединительный. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. В промежуток между третьим и четвертым столбиком также вяжем столбик с накидом. И здесь мы будем делать не пико, а просто сделаем арку из 3 воздушных, к которым мы будем крепить шнурочек. Кисточку. 1, 2, 3. И сюда же в промежуток вяжем 2 столбик с накидом. Снова 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку между 4 и 5 столбиком на ракушке соединяем. 3 воздушные. И в начало ряда, вот у нас здесь соединительный столбик между 2 ракушечек, соединяем. Все, делаем закрепку. Ниточку мы отрезаем. Прячем хвостик нити. Нам сейчас нужно отпарить нашу закладку и сделать кисточку, шнурочек. Итак, для кисточки я беру ниточку. Вот длина отрезка примерно, ну, давайте 30 сантиметров сделаем. 30. Так. Складываем несколько раз. В 2. В 3. В 4. Наверное, хватит в 4 сложения, чтобы она была не очень грубая. Так. Вставляем вот арку у нас угловая на нижнем кончике. И сейчас нам нужно будет скрутить шнурочек. Складываем пополам. Можно что-нибудь тяжеленькое положить на саму закладочку. Итак, рассоединяем. Вот у нас 2 половинки. И скручиваем в одну сторону. Одинаковое количество оборотов делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В любую сторону, но главное, чтобы в одну сторону у нас скрутка была. Уже как ниточка заметно уменьшает длину, сокращается. Все, складываем пополам. Вот, взяли в ручку 2 скрученных, вот 2 половинки. Так, все ровненько. И отпускаем. Вот она сама собой скручивается. Вот такой шнурочек получается. Он не сам не раскручивается, держит форму. И на конце шнурочка завязываем узелок. Все, кисточка вот такая у нас. Вот что у нас получилось. Такая очаровательная закладочка, симпатичная. Со шнурочком на кончике. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И до новых встреч.